Мастера фокусов и магии вновь вернулись в видное. В программе «В гостях у клоуна Алекса» приняли участие студенты училища эстрадно-циркового искусства имени Румянцева. В организации представления приняли участие Центр по работе с молодежью «Энергия» и Видновская дирекция киносети. Наш мобильный репортер с удовольствием окунулся в мир волшебства. Для разогрева клоун Алекс предложил ребятне различные подвижные и настольные игры. Дети, проявляя свои лучшие качества, ловкость, быстроту и силу, выполняли интересные задания и получали призы. Родители тоже включились в общую игру. Не менее интересное развлечение ждало участников праздника в зрительном зале. Михаил Циталашвили, уже известный в нашем городе по прошлогоднему фестивалю магии, преподает сценическое искусство в эстрадно-цирковом училище. В этот вечер он преподал мастер-класс всем зрителям, сидящим в зале, научив их делать простой, но любопытный фокус. Он нам больше не пригодится. Оторвали? Кто оторвал, покажите мне. А это потому, что вы дырявые фокусники. Юные, но, несомненно, талантливые артисты, подопечные Михаила Циталашвили, подготовили разнообразные номера – фокусы, пантомима, вокальные выступления и даже степ. Вместе со своими учениками чечетку исполнил наставник молодых артистов, заслуженный артист России Владимир Кирсанов. Зал рукоплескал, а артисты пообещали, что вскоре вновь приедут в наш город с фестивалем «Видный маг». Два раза в год в сельском поселении совхоз имени Ленина проходит благотворительный музыкальный фестиваль «Звездный сад». Мероприятие всегда сопровождается высадкой деревьев в парке. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга.